Матч, который с таким нетерпением ждали миллионы любителей футбола. Это обычная картина, которую можно наблюдать в Москве, когда на центральном стадионе «Динамо» встречаются наши первоклассные команды, команды мастеров. Сегодня большой спортивный день. Заключительный матч сезона. Играют двукратный чемпион страны, команда Центрального дома Красной Армии и четырехкратный обладатель кубка московский «Спартак». Жатки разработаны в Ярославле 17 метров.